В июне текущего года преступники, проникнув в здание музея, похитили более 100 антикварных изделий – вазы, ювелирные украшения, серебряную посуду, а также 8 шашек. Среди них оказалась и шашка Надиршаха Афшар, шаха Ирана, основателя династии Афшаридов. Надиршах был последним великим азиатским завоевателем и, пожалуй, самым жестоким в истории. По оценкам специалистов, эта шашка представляет особую историческую и культурную ценность. Ее приблизительная стоимость составляет более 1 миллиона евро. В августе в Чеховском районе Московской области при передаче шашки Надиршаха с целью дальнейшей ее продажи были задержаны 53-летняя москвичка и 44-летний житель Смоленской области. В тот же день в городе Сафоново Смоленской области сотрудники полиции задержали еще 2 подозреваемых, у которых в ходе обыска обнаружили и изъяли остальные похищенные из музея ценности. Позднее в Москве и Дмитровском районе Московской области были задержаны еще 2 подозреваемых в организации и исполнении данного преступления. Ими оказались житель Смоленской области и уроженец Северокавказского региона. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», совершенное организованной группой лиц. В отношении 4 задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. Все похищенные ценности уже возвращены музею Кубачинского художественного комбината.